Во Львовской области сегодня начнутся совместные учения армии Украины и США. Маневры продлятся почти 8 месяцев. Известно, что в них примут участие не менее 300 американских военных. А в соседней Польше уже начались учения подразделений НАТО. Под руководством наставников из США польские военные отрабатывают навыки ведения совместных боевых действий по отражению атак условного агрессора. Кроме чисто практической помощи, бойцы 2-го кавалерийского полка США оказывают и психологическую поддержку союзникам. Присутствие, как считается, должно поднять боевой дух и вселить уверенность в то, что в случае реальной опасности американская армия поможет польским коллегам. Такую задачу кавалерийский полк выполняет не в первый раз. Он уже побывал в Латвии и в Эстонии.